Камера поехала. Рома, садимся. И фонограмма. Под... Снимаю другое плечо. Да. Давай, снимай, Рома. Танцуем, Рома, снимаем пиджак, отъезжаем, крутим и... А... Моему персонажу почти 700 лет. Он хороший, он должен быть обаятельным, обаятельным парнем. Он где-то остановился в музыкальном развитии, где-то на советском времени, на социалистической такой, на советской эстраде. Безусловно, любимец мой, это же, конечно, Гриша, мальчик чудесный, фантазер. Я обалдею от его снов, когда, ну, не поймешь, жизнь, то слоны огромные бегают, чуть не затопчут. Ножку увидел, пошла пальчиком, о, колючая. О. Ты тоже не бреешься. Ты говоришь, все, Гриша проснулся, тишина, прячемся, и мы в любой угол. Заплати сюда. Я желаю вам просто радостного, хорошего наслаждения от того, что вы увидите на экране. Мы старались. Вы по моему лицу увидите. Ребята, мы тут не сочкуем. Честно. А, по жопе! Ага! А! Пошла? Пошел?